30 сотрудников местного самоуправления из 12 муниципалитетов области получали благодарственные письма депутата Госдумы Андрея Скотча за то, что своим неравнодушием, идеями, активной позицией помогают своим территориям становиться лучше. Это такой своеобразный итог, который позволяет сегодня сказать, что работа сделана со знаком плюс. Именно от качественной этой работы зависит комфортная среда обитания наших жителей. На сцене представители разных сфер. От ЖКХ и образования до культуры и спорта. От кого зависит формирование бюджета или благоустроенность территорий, стабильная работа учреждений или решение бытовых проблем. Но это не только работники администрации. Андрей Примаков из Бирюча руководит военно-патриотическим клубом «Виктория». Каждый ребенок особенный по-своему, и, наверное, самая главная задача – это понять его, когда направить так, чтобы он сам решил, что это он сделал. Среди награжденных и простой учитель физкультуры Сергей Анохин, а в остальное время активист-общественник. В Красненском районе он руководит спортклубом «Олимп», ведет туристический кружок, организует памятные автопробеги. А в местном ТОСе «Рассвет» Сергей – постоянный организатор спортивных и экологических проектов. Мои жизненные принципы, они таковы, что я отдаюсь своей работе полностью. И работа с детьми, она приносит огромное удовольствие, потому что ты за счет своих каких-то успехов, достижений, видишь достижения детей. На их плечах местного самоуправления небольшие по масштабу задачи, но большой груз ответственности. Чем мы активнее будем участвовать в процессе жизнеобеспечения нашей малородины, и тем наша страна будет более развита, более гармонична, более демократична. В канун Дня местного самоуправления лучшие сотрудники администрации местных объединений получили не только поздравления, но и пожелания успехов в работе, от которой зависит качество жизни в той или иной территории. Александр Сашнев, Сергей Алихверт. Такой день на Мире Белогорья.